Добро пожаловать в наш новый офис. Меня зовут Юля, и я являюсь офис-менеджером. Сегодня я проведу для вас небольшую экскурсию. Вы сейчас находитесь в кабинете безопасности. Мы отвечаем за обеспечение безопасности всех представителей ассоциации футбольного клуба «Факела». Основное у нас обеспечение организации безопасности при проведении домашних матчей и выездных. Мы находимся в нашем прекрасном новом офисе, в отделе бухгалтерского учета и отчетности, который занимается самой важной стратегической задачей клуба. Это конкретно платежи, это работа с поставщиками и подрядчиками, ведением кассовых операций, работой с сотрудниками клуба. Наш спортивный отдел и медицинский блок остались на стадионе «Чайка». Они продолжают свою работу на благо успешного выступления нашей команды. Мы находимся сейчас в таком комбо-отделе. Здесь базируется коммерческий отдел футбольного клуба «Факел» и отдел по связи общественности и СМИ. Коммерческий отдел – это максимальная кузница работы с партнерами и спонсорами. Связь с общественностью и СМИ – это глобальная история, которая связует все нюансы, связанные с прессой, с трансляциями и так далее. Футбольный клуб «Факел» стремится, да, соответствовать высшей планке, поэтому было принято решение оформить отдельный офис в классном бизнес-центре с классной доступностью. В рамках нового офиса появились моменты, которые, скажем так, раньше не было. У нас появилась комфортная переговорная, которую мы можем занимать согласно графику на расписании. На этом все. Вы побывали у нас в гостях. Мы отправляемся работать дальше, а вам говорим до новых встреч. Спасибо, что были с нами, и помните, только факел, только победа.